Last call for the bishop who preached water and drank wine. Последнее приглашение для епископа, проповедовавшего воду и пившего вино. Last call for the godfather who walked over dead bodies. Последнее приглашение для крестного отца, босса мафии, ради выгоды, шедшего по трупам. Last call for the nuns, who of all men loved only the Savior. Последнее приглашение для монашки изо всех мужчин, возлюбившего одного Иисуса Христа. Last call for the whore who sold her body to men. Последнее приглашение для проститутки, шлюхи-распутницы, продававшей свое тело мужчинам. Last call for the countess who lived in the lap of luxury. Последнее приглашение для графини, прожившей всю жизнь в роскоши. Last call for the beggar who had nothing but stale crusts for all her life. Последнее приглашение для нищенки, всю жизнь перебивавшейся с хлеба на воду. Last call for the ballerina who is in the flower of her youth. Последнее приглашение для ученицы балетной школы в отцвете ее лет. Last call for the killer who took revenge on his father. Последнее приглашение для убийцы, отомстившего собственному отцу. Last call for the midwife who helped many children into this world. Последнее приглашение для акушерки, принявшей роды многих детей. Last call for the rabbi who was so busy praying he forgot to live. Последнее приглашение для раввина, за молитвами забывшего о жизни. Last call for the captain who sailed the seas in all weathers. Последнее приглашение для капитана, выходившего в море при любой погоде. Last call for the fool who held up a mirror to humanity. Последнее приглашение для шута, как в зеркале, показывавшего людям их истинное лицо.